Я считаю, что самая большая наша проблема – это средства массовой информации. Это огромная злая сила мира. Они хотят не доносить информацию, а командовать через то, как и что они доносят, душами людей, то есть мыслями людей. То есть им кто-то платит, да? Кто платит, тот и заказывает, это понятно. Это система продажная, абсолютно. Абсолютно продажная система. Кодекса не существует. Какой может быть кодекс, если они могут тебе испоганить любого судью, любого адвоката? Ты можешь любого человека взять и так его очернить в прессе, что даже если он не выбранная самодолжность, но его уже не поставят на что-то, пойдет работать на улицу, там, чистить тротуары. Это связь средств массовой информации с огромным богатством и с управлением. И все эти три фактора управляют народом так, как решают между собой. Причем в таком состоянии, в котором находится сегодня мир, это очень опасно. Вы считаете, что в 2020 году это обострится, их влияние? Да, да, да. Оно не уменьшится, да? Нет. Как же это может уменьшиться? Наш эгоизм растет, и проблема в том, что хотя он растет и ощущает свою пустоту еще большую, для того, чтобы эту пустоту как-то заполнить, они должны выдумывать еще больше какие-то вот эксцессы. Фейк-ньюсы, да? Да.